Вы снова на моем канале. Меня зовут Маша, я живу в Швейцарии. И сегодня снова странно. АСМР. Так, сборная солянка прикосновений, поглаживаний, звука. Какой-то такой легкой и не очень нужной информации. Поэтому поскорее усаживайтесь поудобнее, укладывайтесь поудобнее, обязательно расслабьте ваши ручки. Напиши, чтобы описать после этого крепко заснять. А сны у вас будут добрые, волшебные, сказочные, которые вы потом еще будете очень-очень долго вспоминать, которые будут к вам возвращаться не раз ночью, может быть, даже в течение дня. И снова будете окунаться в какой-то такой, знаете, параллельный волшебный мир со своими чувствами, с какими-то особенными эмоциями, где вы создаете картинку, где вы создаете эти самые эмоции, где вы как будто бы наблюдатель, одновременно творец, самый-самый главный герой, участник. Поехали! Машинка. Как в дурацком видео. Но я знаю, что есть очень многие, кому нравится АСМР в машинках, да? Вот это вот этот звук сиденья. Называется модель Levante. Думаю, машину будем менять на более такую скромную, на более семейный вариант. А это регулирует, насколько сильно в тебя дует воздух кондиционера. Так, вот такое здесь приятная поверхность. Зеркало находится тут. Так. Находится зеркало. Крыша, по которой можно открывать. Кнопочки, которые ответственны за открывание крыши. Такие кожаные сиденья. Летом на них жарковато. Собираю.
já jsem pro auto, ne? Sì, ha fatto una dura due giorni, dopo domani. Ma io non vedo niente di male. Что случилось, кисенька? Что случилось, малышка? Ты скучал? Малышка соскучился? И руняшек соскучился? Кто соскучился больше? Руняшек? О, Кулька расчихался, да? Кулюшек расчихунькался? Расчихунькался? Руньку тоже собирается чихать? Кто будет чихать первый, а кто второй? Кулька будет чихать первый, Кузька. Такой-ка, такой сладкий мальчик, руняшенька, такой красивый девочка, кто будет. Кто будет первый тихунского давать? Ой, Нешенька, покажи, как ты красиво чихаешь. Покажи, как ты красиво чихаешь. Вес набрал, Мируш? Да немножко вес набрал. Скажи, вес набран. Кузька виляет хвостом. Кузька тоже немножко вес набрал. Набрал вес, Калюшка? Или не набирал вес? Мирушек набрал немножко вес. Уже готовится к зиме, готовится, скажи, к осеннему сезону. Немножко вес взят. Вес набран. Чего такое, Калюшка? Это интересно еще. Купила себе два кремушка, которые у меня закончились. Вот этот я не перестаю. Кремушек я не перестаю нахваливать. Малышка, 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 да, скажи. Что такое, Кузюшек? Немножко удели маме времени. Потом мама будет снимать ролик, ладно? Мама будет ролик снимать. Немножко пока не мешайся, Кулюш. Покажи личико. Вот, в общем, вот этот кремушек я не перестаю нахваливать, называется. Так, Сикальфат. Сикальфат. Плюс. По СУ Антим Экстерн. Да, такого даже не знала. По Сенсибле Арите. Крема. Репаратрисе, протектрисе, Сикальфат плюс. Я купила еще. Пакетиком пошуршу, немножко пошуршу. Такую вот штучку. Маск. Маск. Абисон. Клей. С коллекции. Les Essentiels. Потом можно ее смыть так жирным, жирным слоем так нанести. Ну, я ее наношу. Эту маску наношу. Иногда просто на ночь, например, если было очень жарко, солнце было активное. Так вот придумаю. На ночь наношу. Такие два средства сегодня купила.
Snickers. Нет. Расскажите, есть у вас тоже такие странности? Вот почему-то потянула на Nesquik. Так, тут книжечка, которую показывала в прошлый раз. Если как-то не видно, то так вот она выглядит. 6 чисел. Главные силы, формирующие Вселенную. Это показывала я в прошлом ролике. Я постараюсь найти вам ее, прочитаю, подожди. Нашла цитату. Мы привыкли к укоренившейся после Коперника мысли о том, что не занимаем особого центрального места в космосе, но теперь нам также следует отвергнуть и шовинизм частиц, атомы, из которых состоят наши тела, и все видимые звезды и галактики являются просто вторичным материалом во Вселенной, где структуры большого масштаба управляется какими-то совсем иными и невидимыми субстанциями. Мы видим, что называется всего лишь пена на гребнях волн, не сами огромные волны. Мы должны допустить возможность того, что нашим космическим соседом окажется тьма, состоящая из практически неизвестного материала. Эта цитата мне очень-очень-очень понравилась. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, что тут у меня все видите в собачках. Тут мы специально застелили диваном такими вот пледиками синтетическими, которые нам его от собачьих как точка сохраняют.
плюс у меня есть такой грешок. Я на диване очень люблю есть, пить чай и так далее. Защита не только от собачек, но и от меня. Большое спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Поставьте, пожалуйста, если вы еще не заснули, ему. Обнимаю.